В поселке Белоусовка, Восточно-Казахстанской области, власти умудрились отремонтировать отрезок дороги еще до окончания тендера. Этой информацией поделился блогер Дидар Смагулов. Официально конкурс должен был завершиться 28 сентября. И кто победитель, еще не должно было быть известно. Однако трасса уже закатана новым асфальтом, и на нее уже даже нанесли разметку. Дмитрий Крюкович поделится подробностями. События в Белоусовке закрутились, как в фантастическом триллере «Вперед в будущее». Тендерные процедуры в самом разгаре, а новая дорога уже радует жителей. Все бы ничего, но такая щедрость и скорость работ подрядчика до подведения итогов конкурса настораживает. Вокруг было все заставлено техникой. Дорога была сделана даже за один день. Приехала на работу в 9:30, то есть с 9:30 они начали работать, до 7:00 они все успели. Стоимость участка оценивается в 28 миллионов тенге. Длина трассы всего 867 метров. Блогер Дидар Смагулов связал такую небывалую дорожную активность с родственными отношениями районного акима и одного из подрядчиков. Аким района – это Тумашинов Эльдар, сын учредитель всех этих толошек, Тумашинов Улукбек, депутат мажилиса, отец его родной. И он сам мне подтвердил, что да, мы сделали это, потому что была плохая погода, могла быть плохая погода. Если выиграет кто-то другой, мы сделаем это бесплатно. В районном отделе ЖКХ прокомментировали ситуацию. Со слов чиновников, блогер просто перепутал участки дорог в поселке Белоусовка. Его информация не соответствует действительности. В настоящее время идут конкурсные процедуры для определения потенциального поставщика или для среднего ремонта автомобильной дороги районного значения проезда через поселок Белоусовка 870 метров. Это, получается, другой участок. Конфликт набирает обороты. Дидар Смагулов заявил, что никакой ошибки нет. И он имел в виду участок дороги, который заасфальтировали до окончания тендера на въезде в поселок. Свою информацию он сверил на портале госзакупок и готов отстаивать свои права в суде. Жители поселка признались, что им не важно, каким способом была отремонтирована трасса. Главное, быстро и качественно. На вопрос, кто получит деньги и можно ли в дальнейшем использовать такой способ на тендере, остается пока открытым. Дмитрий Крюкович, Жанболат Саниес, Атамикен Бизнес, Восточно-Казахстанская область.